Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решила нарисовать черешню. Настоящий художник, прежде чем съесть, должен нарисовать. Тем более это так красиво. Так как блики тут не белые совершенно, то есть там такая фактура глянцевая, но не очень. Поэтому блики далеко не белые. Я покрыла все сначала таким неопределенным цветом, серо-малиновым. А затем я сделала веточки. Почему? Потому что они будут смотреться светлее, местами темнее. Ну, принцип рисование такое, что я делаю сначала светлое, потом темное, поэтому вот сначала светлое. Вот. Несмотря на то, что считается, что эти ягоды, черешня вот такого черно-малинового вишневого цвета, но они глянцевые, поэтому они отражают довольно неожиданные цвета. Вот там, например, штора висела серая, вот она отражается. Ну, а вот теперь пригодится отразиться, поэтому светлый участок. Это большая веточки, ошибка, когда начинают рисовать черешню строго вот тень таким вот цветом. И веточку сразу станет видно. Это моя любимая тема света и тени. Цвет очень сложный. Ну, как и все цвета. То есть не надо принимать это как один цвет. Это очень богатый цвет. А еще и глянцевая поверхность, в которой все отражается. И блики получаются не белые, но все равно видно, что поверхность глянцевая. Я рисую не каждую ягодку, а общую массу. Просто вот первая ягодка находится на расстоянии от других. А так я рисую в целом. Так же, как я всегда предлагаю рисовать тени совместные, так же и цветом, и тоном можно это делать, и нужно это делать совместно. То есть я не разделяю, вот ягодка, вот ягодка. Я рисую нечто, которое вроде как там разделено на части, но вообще-то это единое целое, одна тема, одна судьба у них, и все они из одного рода. Вот контрастирует опять же веточка. Я слежу за тоном. Вот какие-то серые рефлексы. Если бы там что-то зеленое стояло, то это были бы зеленые рефлексы или голубые.
Ну там нейтральный. Вон, вот прекрасно потекла краска.
Итак, я завершаю свой этюд под названием «Черешня». Надеюсь, у вас все получится. Приятного просмотра. Пишите мне в комментариях, что бы вы хотели увидеть в моих видео. Этим вы мне поможете с выбором следующих сюжетов. Спасибо за внимание.